Изначально мы этот конкурс назвали «Я помню», и изначально запустили его в 2021 году. Тогда работы были направлены на увековечивание подвигов героев Великой Отечественной войны. Но с началом специальной военной операции у нас появились новые герои, поэтому уже второй год этот конкурс называется «Герои Z». Идея мне близка и не просто где-то на слуху. У меня сейчас на передовой находится дядя моей жены, родной, и мы ему верим, ждем. На спортивной площадке образовательного учреждения должен напоминать людям о том, что даже несмотря на то, что мы здесь в мирное время спокойно живем, стремимся к мечте, получаем образование, там люди, которые занимались тем же самым чуть раньше, сейчас защищая своих родных и друзей –